актер района осиротел. Гениальный режиссер, артист. Театр к нему был детищем, семьей. Он волновался, он всегда переживал, он всегда радовался успехам. Вот эти годы, вот эти все годы, его артисты, его театр, они приезжали с прекрасными результатами. И вот последняя их постановка, они привезли достойное второе место. На церемонии награждения он был удостоен номинации «Легенда». И сегодня мы его провожаем как легенду нашего района, нашей культуры, всего нашего населения. Миргалим Рафизович, огромное спасибо, что вы были, что вы будете всегда в наших сердцах.